Всем привет! Сегодня уже третий день, у нас как солнечно, тепло. Вчера пчелки очень хорошо облетелись. Сейчас я пчелкам поставил, точнее вот вчера с вечера поставил эту вот кукурузу молотую. И эта пчелкам очень нравится, это я уже испытал. Каждый сезон вот ставлю такое. Некоторые ставят соевую муку. Некоторые сухое молоко, да, ставят тоже. Но я такое пока не ставил, не пробовал, не знаю. Ничего сказать не могу. Знаю только про это вот кукурузную муку. Она очень им нравится, пчелкам. Собирают. И под утро сейчас я поставил им водичку с солью немножко. И пыльцу. У меня есть такая пыльца горькая с подсолнуха. Правда, эту пыльцу я ее никак не получилось смолоть, потому что нету такой маленькой дробилки, кофемолки наподобие. И просто я ее напросто взял немножко с палочкой, там попытался ее немножко сдробить, ну и поставил как есть. Но все же лучше, чем ничего. А так можем наблюдать, как пчелки активно берут себе эту пыль с кукурузной муки. Семейка не слишком злая, пока домарни нам не нужен. Так, вот крайняя рамка, где-то меда у него под килограмм. Гнездо издает теплом. Расплод есть печатный, вот даже и маточка здесь. Не знаю, видно ли на расплодец есть. Пчелы напали на камеру. Тут тоже суточный сев. Вот видно, немножко уже пчелы начинают немножко печатать его. Есть шестидневный, суточный, печатный. В общем, беру я рамочку. Вот видим, что, ну, из нее есть мед такой старый, вот закатеризованный. Захарактеризованный медик есть у нее. Сейчас мы берем вилочкой, открываем. Ну, это я делаю вот выборочно, вот более-менее таким семейкам, которая вот матка уже начала именно активно сеять. Пока что я всем это не делаю, вот выборочно делаю. Я просто беру, вскрываю этот мед. Только с одной стороны я его вскрываю. После я гнездо чищу от распечатки, от этих восковых крышечек. В общем, вот так вот я его раскрыл. Примерно вот так. И, в общем, я ставлю его этой стороной. Ну и все, больше ничего. Сейчас пчелы. Тут главное вот матрасик, чтобы не был до конца вот
Вот видно, ну я вижу. Ну, в общем, сантиметров 10 у него есть пропуск. Ну и закрываю все. У нас уже пасмурно стало. Солнышко скрылось за облаками. Пчелки вот тут некоторые еще вот добирают себе пыльцо. В общем, такие дела. Сейчас я стараюсь помочь таким более сильным семейкам, дабы после с этих сильных помочь слабым. Ну, чтобы сравнять пазику более-менее по силам. А более слабым стараюсь утеплить, проверить на наличие корма, проверить сухость уля, проверить, чисто ли все там. Ну, нет ли там какого-то, нет ли подмора, нет ли плесени, чтобы все это убрать. Ну и все. А после, как сильные семьи более-менее наберут силу, я обязательно буду выравнивать вот всю силу пасеку, чтобы сравнять как-то по норме. Всем желаю добрых, сильных семей. Всем добра.